Сдаются. Сдаются. Обдумав свое решение и приняли правильное решение. Это очень важно для того, чтобы не уничтожали мирных людей, мирных жителей и народ Украины. Ваше решение, оно очень правильное. Вы, наверное, слышали, да, призывы Рамзана Ахматовича в целом. Призывы, чтобы сложили оружие, бессмысленно вам воевать, бессмысленно вы уничтожаете свои города и так далее. Поэтому сегодня кого вы можете поддерживать? Вы же народу дали присягу, да, украинскому? Правильно? Правильно? А мы пришли сюда, проводя спецоперацию, не против украинского народа, а против Бандеры. И против этих нацистов и тех шайтанов, которые у нас в Чечне убивали также мирных людей. С 51 государства заслали к нам людей, обманули нашу молодежь, как вас. И у нас две войны из-за них было. Но благодаря первому президенту Ахмад Хаджи и Владимиру Владимировичу Путину, они нашли правильное решение, и мы уничтожили у себя такую же Бандеру в лице ваххабитов. То есть у вас тоже происходит то же самое. За это все время, унижая, оскорбляя украинский народ, религиозный, православный, славянский, вас поссорив с Россией, к чему бы пришел бы украинский народ? Да ни к чему хорошему. Они хотят вашему народу только унижение, оскорбление и подлость в лице Байдена, в лице Европы, НАТО. Вот посмотрите, вы же слышали, вы же видели, сколько они государств уничтожили, правильно? Начиная от Афганистана, Сирии, Ливии, Ирака. Сколько их? Очередная их задача — это уничтожить украинский народ и поссорить вас с вашими же братьями, славянами, с россиянами, со всеми нами. Вы делали правильное решение. Поэтому к вам будут относиться с уважением, как к пленным, которые приняли правильное решение здесь. Я уверен, что многие в Азовстале и в других местах примут такое же решение, потому что у них нет ни единого шанса остаться в живых. Потому что то, что они делали, как они издевались над своим же народом, это никто им не простит такого. В первую очередь, украинский народ им это не простит. Этот народ ваш народ. И вы должны выбрать своего президента, сделать свой выбор. Россия ничего не навязывает ни украинцам, ни украинскому народу. Единственное, чем мы не можем согласиться, во главе с президентом страны, с руководством и нашим лидером Рамзаном Ахматовичем, чтобы здесь распространялся бандеровщина, нацизм и вот эти вот шайтаны, ваххабиты, которые были у нас. Вы же видели по соцсетям, по всем этим, как они между собой общаются, как там Закаев, который сбежал, бросив своего тогдашнего, в кавычках, президента Масадова, призывает договориться с Зеленским, чтобы они вместе здесь свое. Мы их там уничтожили, и здесь тоже уничтожаем. И после Украины дальше будем идти, где бы они ни были. Потому что под флагом ЛГБТ, трансгендеров, религиозный православный народ Украины никогда не смирится, как и народы всей России. Без разницы какой-то веры и национальности. У всех у нас есть своя религия, свои семейные ценности, свои культуры, обычаи и традиции. Правильно? Согласны? Да. Ахмад! Сила! Молодцы! Будьте всегда со своим народом, соблюдайте свою религию и культуру и обычаи своего народа и защищайте ее, а не Бандеру и нациков. Их мы все равно уничтожим. Не будет на Украине во главе с Зеленским этой сволочи. Всего вам самого хорошего. Вам, вашим близким, родным и всей Украине, чтобы поскорее это все закончилось, и вы вместе с россиянами также по-братски жили, радовались
всего самого наилучшего. Я вижу, здесь есть девушка, да? Нет. Как вы, как у вас? Хорошо. Самочувствие?